12 мая, Екатерина. Письмо называется «Внимание воспитанников». Доброго времени суток, Юлия. Здравствуйте, Екатерина. Посоветуйте, пожалуйста, как удерживать внимание группы детей 4-5 лет, когда ребята выполняют задания по очереди. Например, считают, читают, рассказывают по картинкам. Пока один ребенок выполняет, остальные уже теряют интерес. С уважением, Екатерина. Так, если вы чувствуете, что у вас детки не могут даже 2, 3, 4 или 5 минут посидеть спокойно, удерживать внимание на отвечающем, скажем так, около доски, в кавычках, то этих детей нужно либо загружать чем-то, да, вот пока Ваня отвечает, ты, пожалуйста, раскрась все треугольники, ты, пожалуйста, собери все карандаши, а ты, пожалуйста, там, ну, зачеркни четвертую лишнюю, я отвлечен. То есть их чем-то загружать. Вот. Либо начинать с малого тогда. Значит, когда вы вызываете человека, скажем так, к доске, чтобы он ответил, то есть он должен отвечать столько, сколько ваша группа может ждать. И, соответственно, через месяц, постепенно увеличивая это время около доски, скажем так, вы увидите, что через месяц у вас группа уже может и 5 минут концентрировать внимание. То есть это же психический процесс под названием внимание, концентрация внимания. Да? И его нужно, как мы все знаем, развивать. Развивать от простого к сложному. То есть прям берем ребенка, ответь, пожалуйста, что такое 2 плюс 2, сколько будет. Да? И этого достаточно. Все смогли потерпеть вот это 2 плюс 2, 4. Да? Вот эту секунду смогли потерпеть, потом они смогли потерпеть 2 примера, потом 3 примера. Ну, в общем, развивайте этот психический процесс под названием усидчивость и внимание. Екатерина, 12 мая, как удерживать внимание группы детей 4-5 лет, ответила.